Ну, ось і співак Макс Барських записав звернення до шанувальників, у якому закликав не реагувати на агресію росіян, які так і залишаються рабами, на відміну від вільних і свободолюбних українців. Почуємо і Макса. Давайте не теряти самообладання, давайте нести світ і добро, несмотря на те, яке велике кількість страданий зараз йде к нам зі сторони Росії. Но так или иначе, давайте не отвечать злом на зло, так как зло всегда наказуемое, оно всегда возвращается. И обратный отчет уже начался для людей, испытывающих эти эмоции и несущих смерть и страдания. Мы с вами другие, мы с вами другая нация. Наши улыбки шире, наши сердца шире. Поэтому не реагируйте на комментарии, на высказывания, а просто выстраивайте внутреннюю стену. И иногда включайте рациональное мышление и анализ. Страной управлял несколько десятилетий нелюдь, пропитанный жадностью, алчностью, злостью, ненавистью. И держал свой народ в нищете, для того, чтобы можно было ими управлять. Поэтому не удивляйтесь, что у них такая реакция сейчас. Мы входим в новое тысячелетие, в новую эру, эру осознанности, добра и любви, и равенства. А те, кто мечтают отпрыгнуть назад во времени, те, кто не хотят идти в ногу со временем и развиваться, попросту не смогут выжить. Посылайте в мир энергию любви, защиты себя, своей семьи, своих близких, своего окружения, наших воинов. Это работает, так как сейчас помимо физической войны, мне кажется, происходит война добра и зла. И эта энергия, энергия защиты, энергия любви работает. Она способна останавливать танки и ракеты. Она способна объединять людей. Поэтому любви вам.